Надо будет потом посмотреть, что там по громкости. То, по-моему... У меня тихо микрофон. Хотя... Нормально. Имею в виду... В ОБСе. Лидиан. Ну, не шакалит хотя бы? Был бы тут что пока шакалить. Статичные менюшки. Бегущая строка как будто заикается. Да, я понял. Не знаю. Чё? Бегущая строка как-то так затыкается. В смысле? Заикается. Не знаю, но у тебя с донатами эта строка и... идет, он заикает. Возможно. В игре пока непонятно. Сейчас начнется. Смотри. Заикается? А, да это, блядь. Ты про эту. Полоску донат. Про какую? Ну да. Собей ты на нее, пусть она спотыкается. Я думаю, правда, что? Блядь. Да какая у тебя как еще бегущая строка? Не сразу среагировал. Я тебя умоляю. Это херня. Блять, не первостепенная, блять, важная вещь. Главное, что. Ну я чё, на чё я могу тебе посмотреть, пока у тебя игра не началась. Хрен знает, весь у тебя стрим заикает, как строка. Чё видишь, что играет? Тут проблема. Блин, отойдите назад. Я думал, ты упал. Почти. Да, ты упал. Повтор. Спасибо. Блин, а там... Я на точке. Ну, пока что вроде все хорошо. Ну, я поставил 5 этих. 5К. Битрейт. Блин. У меня до этого 4 было. А вы с 4-мя-то не шакалил особо. Точнее, вообще не шакалил. Ну, а по качеству более-менее, да? То есть просадок по FPS, всякого дерьма вот этого нету. Стабильная 30-ка, грубо говоря, да? Ну, я не вижу пока никаких ни просадок, ничего. Блин, это 30... Блин, не буду 60 фризов ставить. Фризов нет, по крайней мере. Это хорошо. Потому что если бы был CG, были бы фризы, мне кажется. Убивать ее нахуй. Как мне смогло выцепить сквозь щит? Я вот пытался выцеплять это. Рисой через щит. Дядь. Не знаю. Два кадрца пропустила. Да это может у меня пока плеер инициализировался, просрал. Ты его знаешь. А у тебя пока сколько кадров пропущено? Ну тут плеер твича вообще-то можно. Да? Панельку со статистикой отобразить. FPS правда не в основном. Я FPS то, блядь, тут полтора FPS, блядь. Точнее 30. 28. Вот уже другой разговор, блядь. Мне не будут 60 ставить, возрастет нагрузка на проц. Что, кстати, странно. Ну, в Overwatch-то, может, и нормально было. В CG, да, там у тебя каждый, блин, процент загрузки. На вес золота.
Крюпапи. В чем? Крюпапи. Да. Ой. Come to hamster. Ну, выехали. Моя помощь Б на точке. У меня хп нет. Сейчас Андрей не выйдет. Моя только 98. Нас разобрали. Тимкил. Ну и все ульты в нас влили. Можем врываться. А нас орали что дает? Броню. Fast and Private Armor. Ага, не-не-не, подходим. Так просто. Я ворвался! Правда, это не там кинул, где надо. Во. А хрен все ульты слень, мы можем врываться. Я иду. Я забыл тут через пропасть перепрыгивать. За хомяка. Не пускаем их нахуй. Блин, не успел. Хорошо. Бой. Я горю. Так, Фрекс, ты говоришь в CG где-то залочить, это в файлах, что ли? Ну, либо через конфиг, либо через сторонние утили. Тогда можешь снизить процесс по нагрузке на прот, да? Ну, да, может снизить. Если может... тебя в него сейчас втыкает FPS. В него. Не, не FPS. А то, что при 100% загруженности, возможно, возможно будут просадки в FPS вместе с OBS, плюс еще будет рабовой дисколье. Это неприятно. Я тебе про одну понял, про другую. А ты про что? То, что у тебя FPS сейчас ограничен процессором. Естественно, у тебя, когда он на 100% загружен, то... Если сейчас ограничишь FPS, то нагрузка снизится. Про её, собственно, Марвел то же самое говорит. Про его рабовых. Веселый геймплей. Да? Зато на точку не пущу. Ну, крутись. Хочешь жить, умей вертеться. Сверху, по-моему. Нет? Нет. Со стороны нашего респа. Тебя там не укачал еще? Нет, мне норм. Это штоповый геймплей, ты че? Я не боюсь заходить, блядь, на точку даже. Я не попытка была. Да что сказать? Позаработали достижение, блядь. Страйк. Больше никого нету. Все, пизда. Ладно, что-то как-то у меня уже включится. Вот это я кидаю цепы, вообще охуенно, мне нравится. Мог бы просто в другую сторону начать вращаться. Ну да. Блин.
изи пизи. Да. Может меня покажешь? Нет. Но у меня же там такой был момент, когда в толпе всех там пущ своим степом. А тут чё? Потому что он захилял своих союзников? А, я понял, ладно, этот момент типа пизжи. Квинтапл килл. Мне показывает лучший момент матча, как Андрей оценивает союзников. Да, лучший момент матча, чё-то. Ну, я пока никаких проблем не вижу. Это хорошо. Это очень хорошо. А чё, у тебя в Overwatch были проблемы? Нет. Просто мало ли чё. Мне тут предлагают открыть панель управления. Чё, блин, надо потом будет посмотреть, что там по громкости. Насколько... Блять. Насколько все хорошо с микрофоном. Ну, в смысле, с его настройкой. Ну, а еще флекс... Вот такая срань. Сейчас. Увидишь. А чё на ней на весь экран? Ну, потому что было 1280 на 720. Ага. Теперь... С новой видеокарты поднял разрешение. Да. Теперь Full HD. То есть надо будет теперь все футажи, сука, настраивать. Все панельки, все настраивать, блядь. А по размерам не сильно маленькая. Все читаемо, более-менее. Ты про что? Про то, что ты видишь. Раньше ты на экран налепил тут на стриме. Да. Ну, вот эти вот... История фолловов тут что-то постоянно. То в одной игре, то в другой на что-то накладывается. Но это... На вебку там тоже, не знаю, как-то... Да. Чё на вебку? Ну, накладывается на изображение то, что у тебя в игре. У тебя же ни подложки, ничего нет в этой хрени. Да. О, нет. Блять. Зачем я это увидел? Что ты увидел? Стример в его натуральной среде обитания. Да. Какая майчика-то. Топовая. Бороду два отпусти, а то я что-то не пойми, что почесал. Чё? У тебя есть борода или щетина? Матча. В смысле, у меня щетина пока. Ты можешь киберчеловека со своими наушниками отыгрывать. В смысле киберчеловек? Ну, из Доктора Кто. Я не смотрел Доктор Кто, можешь мне об этом ничего не говорить. Знаешь, это как надо было бы видеть флекс, но прям отдалённо очень похоже. Ну, кроме свечения. Ну, да, ну, как бы. Хотя, может, даже лицом похож. Да там, блин, прям все люди похожи на него, на них. Действительно. Потому что есть два глаза, рот, нос. Вау. Вот это проницательность. Да. А чё не так-то? Так, с чем? Да совсем. О. Всё отлично. Так-то лучше. То у меня вебка съехала. Ну, микрофон на четверть кадра, конечно. Ну, куплю себе лампу.
оторву от нее саму лампу и настойку прилеплю как-нибудь где-нибудь вот в этом районе вот так поставлю вместе с поп-фильтром. Как раз вот где-то вот так оно и будет выглядеть. Может быть, может вот сюда где-нибудь как-нибудь вот так, чтобы оно типа в углу было. Да еще вебку другую надо. Марш, да, на 2605 рублей. Да. Кстати, флекс, это... Рамка там нигде за края не выползает. А это Хан Соло везде, кстати, донатить, что-то я часто вижу во всяких стримах. Пихухан. На всех стримах видишь? Давай я тебе открою маленький секрет. Это очень популярный ник, в принципе. Ну, там, не знаю, может, просто... А еще Хан Соло? Угу. Это мой друг, который с нами в Сидж играл. Он там, ну, этот... Значит, еще других видел. Тушканчик, у него ник. Один медик. А когда у тебя монитор темный был, ты там Deus Ex отыграл. Да просто у меня свет не включен. Если я включу, то... Да, в принципе, ничего не будет. Не, я могу сделать вот так, но это будет, по-моему, ущербно выглядеть. Просто еще в ебальник мне будет светить. Что я же забыл. Просто такие, блядь, 6 светодиодов в ебальник мне светят. Не очень кошерно. Я кинул. Хорошо пошло. Слева заходит. Я бабку как-то убил. Воу-воу-воу-воу, что это сейчас было? Да, он сама отстался, умер. Ух, ебать. А, нету. В спине, по-моему. Возможно. Ты не видел, Флекс, просадочку маленькую? Я только что закрыл все. Ах ты, скотина. Да чё на это смотреть? Действительно. Да что такое? Телефон, блин, как всегда. Ничего, блядь, не делаю. Сидит в простой. Стоит мне только, блядь, какое-нибудь говно запустить на нем. Начинает, блядь, обновлять все, что может. Ух ты, ебать. Что это? Ага. Да ладно, вот, парю. Посадки какие-то. Такой себе на самом деле. Блять. Ну, больно. Понятно, дело больно. Живи, не добил Джанкрата. А, ну да. После окончания раунда, да, самое это... то. Ну, он ж вбегал на точку. Угу. Опа, ебу! Да ты молодец. А-а-а, с
понял, как это делается. Ну, блядь. Угу. Понятно. Надо у меня все забрать. Конечно же, блядь, я сквозь него пробежал, у меня каким-то спиной смог затащить. Куда ты доебала, блядь? Что от меня надо? Ебать твою. Тут неприятно. Давай, почти. Чё почти? Охватили. Я тебя ж ушёл тут 1000 лет назад. Отъехала. Слева, да? Да. Солдат, что ли, или кто? Да, солдат, солдат. Шарик, блядь. Овертайм, наверное. А, нет. Что сделал? Что ты сделал? Вот темно. Полезно. Сколько тебе там осталось? Катка. Да хуя. Не. Да.
бани, ой-ой-ой-ой, не эту карту. Даже не знаю, с кого-то можно. Зарю. Да. Может, зазарю. Может, скин ей поменять. Хочешь? Как хочешь. Это я не знаю, что я хочу. Ладно, это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неплохо. Засейвил, да? Да. Да ты пидрила. Блин, в этот раз не получилось. Могу тебя защититься. Мне больно. Да я тебя пытаюсь спасти. Она просто в меня вцепилась, блять, и все. Сука такая, вот блядь. Да. Но убить ее. Это, блядь, там всей толпой, блядь, ебете одного Рейнхарда. Ну а что нам еще делать? Это весело. Да. Наверх, наверное, пошли. Да нет. О, вот это и откинуло. По заднице постреляй, блять! Не знаю, блять, серьезно, кнопка Shift, наверное, это кнопка умереть в любой игре. Нажимаешь, блять, Shift, чтобы как-нибудь Escape там завязать или что-нибудь такое, и обязательно сдохнешь, как тварь. Да ёбаный твой рот! Отъебитесь вы от меня-то! Сразу, блядь, такой взгляд на меня, блядь, переводит, мразь! Это за кого? Мерся. Какие же вы, блядь, токсичные все, а? Блин, как будто... Ох, ебашим их, блядь. У тебя гравитон-то нету? Не, ну потом за... 74 только. Плохо. Ровно набираешь. Ебашек, блядь. Да, заебашек. Помер... Ёб вашу мать, что ж у вас так, блядь, этих-то много, блядь? Помогите! Да померли все.
У нас все по... Ну, мы не группируемся, видишь, там все по одному отходят и подсасывают. Да вот и дел-то. Мы уже до чекпоинта дотащили. Это было хорошо. Ебашьте ее, блядь. Нормально. Мы им Боба заявыдел стеной. Вот теперь надо от него прятаться. Помогите? Ну помогите, блядь! Ты где? Блядь, помогите. Я тут просто, я тут на точке. Войну. Ёб вашу мать! Раз возьму, не подходит, короче, сюда заря. Просто союзники. Ну, не то, что прям плохие. Да ебать! Зашибись, блять! Меня поездом сбило, блять. Я даже сейчас посмотрю. Лусю бупнул, сука! Спасибо, блять! Ох ты, а я честно на себе могу. Пожалуйста, обращайтесь. Ёб твою мать! Я даже там кого-то защищал. Не бог, кто кого защищал, блядь. Но эти уёбки просто, блядь, дотащили. Бля, я рядом с точкой был. Как они протащили-то её? Да не был-то рядом с точкой, значит. Да я на точке. Блядь, она в меня, в метре от меня была. За хомяка это надо в кузуалу играть, потому что я пока еще не умею за него. Ну что, я хомяком был? Ну хочешь возьми Люська, а я возьму хомяка. Не-не. Нужен там. Нужен двух щитовиков. У нас с хилом что? Нормально. Вообще тихо возьмем. Возьми ее полностью. Я уже взял. Кошечка. Моя. Вдова, что ли? Или это Эш? А, заебись. Да, заебись. Не, Бастион. Ну, отрываться, чё? Сталкивай их нахуй, тут сверху. Че? А меня столкнуло, блядь. Блядь.
Сука, ему бабл вовремя дала. Давай, давай. Блять, не надо, только не под поезд. О. Бля, еще и хилял. Наша но. Блять, вдовата еще. Бля. Пошел отсюда, блядь. Да блять, уйди от меня нахуй. Ты же заебали. Слушай, по-моему, блять, вражеский эш просто меня хейтит, блять, всю игру, блять. Он только меня видит, блять, все, начинается сразу. Замерсю, когда я был, блять, сразу в меня просто похуй на все, блять. Он там стреляет, кого-то убивает, блять. Но как только видит меня, сразу в меня начинает целиться. Тут сейчас опять такая же хуйня, блядь. Ну что за говно? Что за ебаный хейт, блядь? Ну троллин. Ты заебала, блядь, тварь. Бля, я застрял, на чём? Мне не то, что это морозило, а что-то мне застрял. О, блядь. Какая-то у них очень, блядь, странная эш. Как от этой мысли, блядь, отделаться не могу. Он просто, блядь, меня хейтит. Заебал нахуй. Я тебе что сделал, тварь? Я тебя даже не трогаю, блядь. Ты вообще в другом конце карты от меня находишься. Да я, бать, да... Опять никого? Он заебал уже, блядь! Что тебе от меня надо? Блядь, пизду, ребят, сорян, блядь, я пошел за эш, блядь, гулять. Где эта мразь, блядь? Где он, блядь? Иди сюда, сука. Серьезно, блядь, это уже не вина... Да иди ты, блядь, пизду. Где эта мразота, блядь? Ты его че это вытворь? Ешь. Вот она, мразь, блядь. Привет, блядь, я по твою душу, сука. Что это, блядь, за хейт такой вообще? Я уже горю от этого. А ты ехал. Не подходим. Соси, мразь. Там Боб. Боб контестить, блять, умеет. Бейте Боба. Я убил этого.
А чё тут? Бля, твари, наверное, сдохни. Бля, тут рок-н-бол, блин. Ебашки его, блядь. А ну там не рецепт. Все, ты такой. Фух. Конец. О, у нас много времени. А, нет, не осталось. Минут 42. Че, наверное, так затея. Я единственное, что не умею бомбу ее кидать, вот делаю. Они как-то разрываются в нихуя. В смысле? Ну вот я как не кидаю, она. Какой у нее? Блин, вроде радиус есть, но вот она взрывается, вот падает. Очень большой. К ним. И они, ну я не знаю, так охуенно укрываются за. Отбегает, прячется за пилотом, за угол заходит, за щиты. Ну вот тогда вот был момент, вот, ну, когда нас еще на. Ну вот как только взяли пилот, нас под мостиком этим закрыли, да? Вот. А там это. Они. Вот, вот где я сейчас стою. Да понял я. Здесь был пейлод. И я прям над пейлодом взорвал. Ну, не. Вот эту вот бомбу ее. Не знаю. Ну, поныкались все. Там... Прям так охуенно поныкались вообще. Да? LOL. Рано. Значит, они через верх пошли. Да не, вон сходу. Большая часть у них через верх пошла. Да ради бога. Трех оттянул на туда, но. Нормально, пока держимся. Я почти дошел, я почти. Где эта тварь, блядь? Да ёб твою мать. Ну, оттолкнуть их, оттолкнул. Так. А, у нас еще надо эту. Захват тут. Да. Блядь. Нормально. Осталось только самим захватить. Да, чуть больше, чем они захватили. Поправочка. Они там чуть-чуть захватили. Там одно деление. И чуть-чуть больше. А, так останусь за Диву. Хорошо, у меня сейчас получается пока за нее. Ну, пока так идет, пока подходит. Идет, в принципе, сетап менять не. Не знаю. Why? Блин, у меня все серебро. Ну, кроме хила, соответственно. То, что так нагибает. У меня золото к хилу. Чем наш мэр занимает себя без понятия. Ну, если мы без нее, мы, ну,
как бы с ней... Не, она может, она, знаешь, она надамаживает этими атакой. Ну, рубль на атаке, я так вот херня. Заебись. А, они взяли этого. Бастион. Предлагаю справа сверху зайти. Да ебать. Чё же в меня все влетает? Опять бастион. Что за крысы, а? Вообще надо было на поинт вываливаться просто и все. Ебой! Хорошо. Успел ее оттолкнуть своим рывком. А я шарик бухнул. Блин, ну я думал кого-нибудь другого. Наверное, я тупо кого-нибудь. А что он сделал, блядь? Ну такое. Ну, мне еще 4 катки. Еще 5. Неужели это? Вот за диву, чего у меня там. Там же вроде был заебись. Чё-то. Подпросаживается. А, не заебись, нихера. Чё? Чё, ничего не заебись? Там только это, как я двух задеву убил с помощью этого бомбы этой. Все. А у меня чё? А, какой-нибудь вшивый момент. Флекс умер. Падал. Я там с помощью пулеметчиков ракет разбирал 4 террориста. Да? Здесь еще, наверное, катка 5 остался. Да. Обязательно должен быть щитовик. Обезьян.
А, мы же за атаку. А, ну мы за атаку. А потом, наверное, этого. Science will reveal the truth. The true struggle is for the superiority of ideas. That was awesome. Hello there. Yeah. Attack commences in 30 seconds. Greetings. Погоди. Are you finished? Нет. На поменьше была баночка. Нормальная баночка, что ты? Не нормально. Да-да, нормально. Бля, меня въебал, прям всыпал свое здоровье, пидор. Ну ладно. Ну, я потолкал их отсюда, вот и все, мне больше ничего не требовалось. Теперь я беру Рейнхард. Бать, он меня вытолкнул, блядь, просто отсюда. Выебать его за это. Он откуда там взялся-то? А, просто ногами пришел, нормально. Как он вот, блядь, щитпал за этим, блядь. Блядь, с моей камеры это выглядит по-другому. Ебать, тут еще пишет. Да. Его, блядь. Да заебал. Чего? Я пытался тебя защитить, если правда. Не смешай, тварь бабл на меня дала. Было бы неплохо. Вот у себя в бабл спрятал, блять, а когда ко мне рипер подошел, чуть не в упор въебало, блять. Ну конечно, мерся пришла, блять. Все, он там сзади. Ну сиди там, блять, я за пилотом просто спрячусь, блять, и все. И чё это? Полезно, блядь. Да блядь. Блядь. Меня поезд, блядь, сбил насмерть. Поезд?
Да. Но Рейнхард проехал по мне, просто избил меня насмерть. Падла. У меня там хп не было. Блять, этот, блядь, Риппер заебал уже. Да. Ну, он дерзкий какой-то, дохуя. Вот такой наказывать надо, блядь. Где он, блядь? А Риппер в контре что? Макри. Похилялась, да? Нормально тебе, блядь, похилялась? Хуя, обезьяна пришла. Сзади обезьяна. Блядь, да ты заебал. Он бля. Просто в наглую заходит в центр, блядь. Мы ничего не можем с этим сделать. На него просто ноль внимания. Такой, блядь, влетает Рипер. На полном ходу. Самое главное, что всем насрать. Блядь, толстый мир все забрать. Блять, вы серьезно? Я так. Ну я беру тогда и этого и все. Я беру Ред Хога. А, нет. Арица, Арица. Сзади вас. На фиг там под трипер ебаный. Конечно, блядь, убейте меня все. Да еб. Как не вовремя, что? Да конечно ж. Хамердон еще, блядь. И танк приехал. Он просто Рипер ходит и делает, что хочет, где хочет и как хочет. Я его не могу высосать. Я его высасывать буду, блядь. Тишина обезьяна, блядь, пришла. Ну он тут окочурится, блядь. Нет. А. Съебался, блядь? Его никто тварь. Не попал. Да он на фул хп съебался. На фул, потому что он в ульте был. Они просто в наглую заходят и делают, что хотят. Никто им ничего не может противопоставить. У него как ХД это, блядь, тихоня. Хоть люска действительно бери. Вот и все. Блять, я ему въебал дроби, он, блядь, выжил, тварь. Ну похуй. Мне ж всю надо убивать. Но я ее скапнул уже, блядь, хукнул. Отъебись ты от меня. Боб пошел. Выхиливаем баба, блять, просто выхиливаем баба. Да это, блядь. Да раз, блядь, Риппер, блядь, уж больно какой-то, блядь. Хуевший. Ребят, пэллоуд. Да мы идем. Понимаешь, что там Риппер, все дела, но пэллоуд тоже. Чё? Туит, блядь. О, просто как у себя дом ходит. Ну, понимаешь, он просто вот, он не то, чтобы там сзади как-то зашел или что-нибудь такое сделал. Он просто чуть ли не мимо нас проходит. Бля, такой, меня... в самый центр, блядь. Живите там. Не могу выжить, меня тут фокусят, блядь. Все, ну тогда все, не успеем. Блядь, это Риппер какой-то вообще прохлад, блядь. У него... А, да я уже хп баф для своего времени. Теперь он так легко не убивается. Maybe play Mercy? Так возьми Mercy! В чем проблема, блядь?
Чё, вообще против рипер? Мне контрит Сомбра и еще кто-нибудь. Такое. Но она выбит ему возможность скрываться и телепортироваться. Он, конечно, живой будет долго, но мертвый. Мэмби плеймерш, так возьми, блядь, тут меня, блядь, всегда раздражает. Кого он взял? Он взял Торба. Полезно. Да я еще что-то какие-то результаты хуево показываю. Можно взять... У нас сейчас не зайдет Рудхок, то тогда возьму эту Диву. Диву будет поглощать его там выстрел, отталкивать. Мерся еще просто, она просто все на ней держится, вся команда. Ее надо убивать. Че, может это тогда ее здесь подловишь? Сейчас я хукну кого-нибудь. Ну давай. Не получилось по таймингу прокинуть. Сверху. Трещер. Ебать, там снова этот. Нет, нет. Блять, спасибо. Ищи, сучка. Сосучка? Да, сосучка. Майки! Спасибо. Спасибо за фоллоу. Бля, нельзя отходить. Бля, в меня, конечно, что-то пойдет. Оу, щит. Не успел. Не успел? Хукнуть не успел. Бля, я захилили. За армори. Давай. Блин, ты же не за это. О, хорошо, да, они там все сидели. Не, не про то. Сейчас. Чуть-чуть. Нет, просто очень тихая игра. В любом случае, спасибо за донат. Блять. Я пытался их как можно дольше. Ну, я сделаю потише тогда. Хелен донат бронза. Я надеюсь, меня по сравнению с игрой с напарником моим слышно более-менее. А то я что-то как-то... Андрей, ты один хил. Я знаю. Что я теперь сделал с этим хилом? Не, я просто там... Может, что ты такого... Рипер взял, пидор гнойный. Чё, тварь, блядь, сюда иди нахуй. О, здравствуйте, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, меня У тебя в угол зажали просто. Ну, меня одного, но я очень жирный, я долго. Смотри, все сдохли остальные. Видишь? То есть размен одного меня, как... Я понял, понял. Еще мразь на всю вражескую, это нормально. Не, у нас, в принципе, сбор еще не самый хуй. Ты меня слышишь вообще, да? Да. А, значит, я размутил микрофон. Да я ее потом.
Сейчас будет ультовать? Нет, не будет. Кто тут у нас, блядь? Сайра. Сайра Мура! Ой. Ебашево, блядь. Ну, это тогда... Это вин. Да. Мы сегодня вообще лузанули нас... хоть раз? Нет, пока еще. По-моему, это уже какая же? Пятая победа или шестая? Шестая. К ней показывает мне. Ох, хорошо. Но это, кстати, помогал очень хорошо. Да. Ну такое. Еще лутбокс. О, легендарочка. Бесполезная. Очень громкие алерты. Ага. Получается. На трейсере МакТ. Блин, это каждый отдельно. Теперь нужно убавлять громкость. Ёпта. Ну, потом Стрел. Тогда. Че, до конца дотестирую. Ценитель. Потом убавлю немножко громкости. Гонок. Мотогонок, блин. Ценитель. Трейсер? Да, вот это спортивный ушли. Я понял. Схер... Ну, я, наверное, по последней. Спать хочешь? Да не, просто какую-нибудь фигню посмотреть. Че, полчасика может. Часок максимум. И да, спать, завтра на работу, однако. Блин, подумай. Да действительно. Так, тот кого бы. Ага. Ну я вот этого пидора возьму. В принципе, можно взять Бригитту тут. А, нет, тут местность не очень большая. Бабку. Бабка. Hello. А, побил все мониторы. У вас там война в граффити, что ли, опять? Блин, ну тут, собственно... Ну там кто-то ти-тайм, а я там эту эмоцию ти-тайм запал. Тут слева сверху. Мой раз. Попал. Фармерс, это неприятно. Блядь, я не хотел. Минус фара. Кто тут? Ой, что-то не получилось. Бля, там мерся мне. А, ой, ой, ой. Да конечно, блядь, да ёбните вы эту. Она уже ульту заработала. Понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас меня тут заморозит нахер. Я тут один. Я понял! Блядь, ты что-нибудь сыграл? А тебя как смог хил? Или кого-то? Я делал даже не в хиле. Шарик катается. Если бы была бы помощь небольшая, блин.
Да блин, бля, я не могу подойти. Просто в меня одного ульт всадило. Конечно. Какая тварь, а. А, ну она еще все мои мин поломала, правда, еще. Что-то попахивает лузом. Да. Вот ты хотел проиграть, вот мы и проиграли. Я не хотел проигрывать, это... Блять. Блин, не очень удачная точка для хомяка. Бля, промахнулся. Бля, там фара. Два хила друг друга хиляют, блядь. Тварь свинью, блядь, поднимай. Меня фоксит. Я взял точку. Вы где там? Вы где ходите все? Да там добиваем. Я тебя подхиляю. Я рядом с тобой. Бля, там ракета. Конечно же, ебать, твари. Ну а кого же счет как? Нехило. Ах ты... Но я рядом с Крэнк, это для этого и крутился, чтобы щит поднял. Он понял его. Блять. Ты что думаешь, это меня остановит, что ли, тварь? Как-то скомканно, но все-таки. Бля, я не попадаю в Рейнхарда. Просто, что ж, в меня от одного ульты вливаются, а? Я все понимаю, но... Ебашьте их, ебашьте, блядь, живите, как никогда не жили. Все? Фа, конечно, правильно делает то, что меня фокусит, но это делает. Лол. Блин, я больше мерси на хилял, че? Вот так. Топовая бабка. Фига, у нее там хитбокс башки, блять. Кого? У Бригитты. Там просто огромный? С бешеным разбросом. Я ее еще критую каждым выстрелом. Охуеть. Не, наверное, пока за бабку лучше мне не играть, ну. Вот сейчас точка будет замкнутая, сейчас там за бабку вообще хуй поиграешь. Вот и. Поэтому я, наверное, возьму Бригитту как раз. Ну она замкнутая, но не настолько. Я ну все, возьму. Все равно. Люси, вот это мой выбор, рекомендую. Ух, нихуя, я тут взлетел, бля. У них тоже шар приехал. Привет. О! Бля, я тебя так не захиляю, извини. Вот это было больно. О, воскрешай меня полностью. Бля, опять это... Лоу. Блять, нам нужен нам нужна контракт в фаре. Ты вообще видишь это говно? Блять, мне пиздец. Да вот я к тебе не успеваю. Потому блядь, что. Блять, жить. Блин, да блять, ты тварь такая, блять. Он похуй. И чё дальше? Чё ты тем. Хотел, блять, доказать, а? Блять,
Да, блять, это ёба... Фара, блять, она заеба. Блять. Она ещё, причём, конкретно именно от хилов выцеливает, блять, и вообще нереально. Её надо... Чтоб кто-то занимал. Но у нас есть солдат. Бригитту надо. Солдат ничего не сделает, надо Бригитту брать. Рейхард, убоёб, блядь. А чё это было? А почему я не бухнул? Нам брать Бригитту. За этот мразь, блядь. Добейте Мирсю. А, блин. Лол. А, на минное поле наткнулось. Я тебя буфнул. Буфнул. А, я один остался. Понятненько. Ну, почти, да, ты один. Сейчас это наши двое подойдут. А они там все. Ну да. Да это все просто. Ну чё, ещё третий раунд есть. Блин, ну это вот фара, её надо переконтрить. Чем? Винстону. Винстону можно её законтрить, короче. Она же близко летает, да? Сомнительно. Очень близко летает. А чё сомнительно? У нас, у Винстона очень отлично... Короче, у фары 200 хп. У Винстона очень большой урон по Алёхе. Проще дивой заебашься, блять, мне кажется. Ну, все ракеты отлавливают, заебешься. Ну... По хилам не очень. Дело даже не в ракетах, ты просто летишь на нее со своими ракетами включенными. Тоже. Мы сегодня на Оазисе, по-моему, играли уже, да? Нет? Нет. А, это я за ботами. На Оазисе играли, но не здесь. Копер еще не... А, откатил. Блять, блять. Я тебя не могу... Да ты доебал ты меня хукать. Сдохни, мразь. Надо... Ну, я отвлек, конечно, тогда эту пару на себя и поднял ее очень высоко в небо, и через чего ухудшил ее способность к залету в упор. Ухудшил ее способность к залету? Да. Нормально. Типа кастрация, я понял. Вообще мои мины видят? Что-то они как на них налетают? Как будто бы их, блять. Уа, да что вам от меня надо? Ой-ой-ошеньки, блять! Вот сейчас хорошо было. Чё покончилось? Чё-то команда кончилась, чё-то медали на буст и команда вражеская кончилась. Чё мне поднял воздух? О, блять. Я просто в минное поле заехал нормально. Я впитал, пацаны. Бля, я вот это вот их вара заебало конкретно.
Да ладно. Хоть садарки грех, блин. Ебашим их просто. Сейчас они так просто не дадут. Требуется, а вот тут я ворвался, блять. Я понял. Никто, блядь, со мной не врывается, да? Что, блин, как ты... Хиляй, хиляй, хиляй. А ты кто? Бригитта? До сих пор? Да. Ебать, вот это было бы штяка неплохая. Бля, нет. Я ж включил щит. А, чуть все передохли опять. Тим килл, отлично, блять. Стащил. На слева вход. Я ворвался, давайте, блять, ко мне присоединяйтесь. Да, не, да мы здесь все, блядь. Ты не говоришь ничего. Как мы тебе придем, если ты, блять, один? Я не знаю, вот а чё вы делали? Вот скажите мне. Стояли, смотрели на них? Я тут не понимаю, это, блядь, видно же союзников сквозь стены. Почему их видно? Зачем их сделали? Чтобы видно было, чё кто блин, делает. Блин, они все такие шустрые здесь. Ты, блядь, даже... Не... У тебя даже нет предположения о том, что ты... Ну, то, что не все успевают так... Но хватит в меня одного ульту вливать-то. В прошлой хатке, блядь, эш хейтище, блядь, тебя. А теперь, блядь, фара, которая в тебя, блядь, каждую ульту вливает. В одного, считай. Ебашьте их. Опять ульт? Серьезно? У нее без КД, что ли, вообще? Да вот им-то, она столько урон наносит, что вообще. Убейте его. Я тебя пытаюсь захилить. Меня, блядь. Я оттолкнул ее. Опять она меня, блядь, одного ебашит, блядь. Ты на нас всех здесь ебашь. Просто, блядь, какой же, слушай, хомяк под нано-бустом, это что-то просто аннигилирующее все, что движется, блядь. Мне кто-то нахуярил, так очень больно. Блять, не там кинул ульту. Бля, да добейте эту мразь. Все, добил. Теперь вот эту мразь добил. Я он ушел, блядь, долбоёб. Ну да. Ну это был... Немного. Это был потно. Да не немного, а потно. Серьезно.
Почему бы и нет? У нас Риппер нормально играл? Не знаю. Я, по крайней мере, слышал его чаще. Я его не слышал. Ух, это было... Ну, у меня золото по хилу, короче, все дела. Да. Да. Ну, думаю, на сегодня хватит. На хорошем завершении, так сказать. Да. Мне тоже CG, да? Еще три победки, в принципе, игры надо, но, в принципе... Почему оно... А, во. Ох, щит. Ну ладно.